Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и других особо тяжких преступлениях. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны. Ему вручено соответствующее уведомление. Напомню, бывший президент Кыргызстана был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Койташ в ходе спецоперации, которая продолжалась почти сутки. Его подозревают в убийстве спецназовца, покушении на убийство других людей, а также в организации массовых беспорядков. Ему грозит пожизненное лишение свободы.